Ровно год назад автолюбители, живущие на Пушкино, обвели яму белой краской и оставили послание. На вопрос, где дороги, ответ получили довольно быстро. Яму засыпали, асфальт менять не стали, просто заделали. Ремонт весной сошел вместе со снегом. По таким ямам, конечно, плохо очень ездить. Лучше бы их заделали побыстрее. Этим летом яма еще увеличилась в размерах, а рядом с ней появились выбоины. Ширина сейчас измерим 1,10 м. Ну, глубина точно больше 15 см. В этой яме человек, который не знает о ее нахождении, в дождь, ну, точно может оставить колесо. Любовь хоть и опытный водитель такси, но по таким улицам, как Пушкино, ездит очень осторожно. Все потому, что одна из поездок уже влетела в копеечку. Ужасно. Просто ямы, конечно, у нас... Я не знаю, тут уже столько раз этих колес поменяли. Я ехала на машине в дождь, не на этой улице, а на Пожалостина. Яма, я вообще не знала даже, что она там есть. Ну, как бы уже привыкли, где какие ямы, но про ту яму я не знала. В итоге у меня повредился диск и бампер. Засыпят ли яму в этот раз, неизвестно, но если дорогу не приведут в порядок, в этом году, в следующем летом, здесь вообще будет невозможно проехать на легковой машине, даже на низкой скорости. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».